Уважаемые друзья, оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Адыгея принято следующее решение. Сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Режим социального дистанцирования. Пропускной режим. Запрет на проведение любых массовых мероприятий. Запрет покидать места проживания. Ввести с 12 мая обязательное ношение гражданами масок и перчаток. Считать возможными занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии соблюдения всех необходимых рекомендаций. Прогулки на улице не более 2 человек. Исключить посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. Берегите себя и окружающих.